В Музее истории Казанского федерального университета состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Казанским университетом и Российским книжным союзом. Подписи на документе поставили ректор КФУ Ленар Сафин и председатель Российского книжного союза Сергей Степашин. По словам Ленара Сафина, данное сотрудничество позволит готовить высококвалифицированных кадров для сферы книгоиздания. Это стратегическая такая работа. Она, естественно, я думаю, придет время, даст определенные результаты, и мы увидим, что мы друг друга будем поддерживать в этом. В том числе и на федеральном уровне, я думаю, нас безусловно поддержат. Сергей Степашин также отметил важность подписания соглашения с ведущим вузом России, который в этом году, к слову, отмечает свой юбилей – 220 лет со дня основания. По словам президента Российского книжного союза, данное сотрудничество будет благополучно влиять на подбор конкурентоспособных кадров в сфере культурологии и книгоиздания. Нам очень важна и подготовка кадров для издательской деятельности, для литературы, для культурологии. Отметим, что с 2017 года Сергей Степашин также является почетным доктором Казанского федерального университета. В ходе беседы Ленар Сафин и Сергей Степашин договорились провести совместные лекции в честь юбилея Казанского университета. Аделина Абдрахманова, Александр Антонов, Николай Суховский, Универ Новости.